Poštovane kolege, pozdravljam za početku konferencije za novinare, trenera Gavale, Dorena Lamutanova. Želim dobrodošlicu u ime nogometnog kluba Široki Brijeg. S nama je i gospođa Zulija Jurić, koja će prevoditi izrečeno. Već smo rekli u uvodu, probajte malo sporije i laganije kako bismo se dobro razumjeli. Rastav odnosu na prvu utakmicu i početali izmjenjenje sastave igrakov i početali zaigrati otvorenije, početali zaigrati otvorenije napadačke s obzirom na negativan rezultat, s obzirom da morate stizati prednost Širokom Brijegu. Naši igraki budu što aktivnije, znači napadajce, da, bolje aktivnu igru. Габарин, ну, прима дати больше, чем вас кимберин. Вот, ще дойде дати вам прямо мунту на так, пентру eventual ce știe lui. O să plecăm mai mult. Schimbări? Vor vedea la mâine, la dacă la 2-0 pentru adversar în primul joc, este clar că avem nevoie să marcăm. Este o întrebare care da. Vine logic. По поводу изменения состава, все увидите завтра. Момент начала матча. Промена, значи, у составу играча, видите, видеть то, как крайняя утакмица. И второе, понятно, проиграв дома 2-0, мы вынуждены атаковать, мы вынуждены рисковать. Как мы вечер губили ключи 2-0, мы смо приселены, значит, да, вводим более агрессивную игру и до напада. Это логически, потому что проиграл дома 2-0, ты должен, обязан что-то изменить, поэтому это выходит логика простая. То логично, и как мы вечер губили кучи 2-0, ничто друго нам не приостає, не кокренуть у напад и офензиву. Так ты дошли у Габалу. Осечате ли императив пролаза у другого предхола Европске лиге, односно, може ли ваша позиција као тренера бити упитна колко истанете Широкој Бријег? Позиція та дянки можна фікус особи зі мною треба рисувати час меч, ну а лінік. Este o întrebare care, din politețe, nu vreau să răspund. Că aș vrea să le răspund pe un... să le dau un răspuns mult mai dur. Dar din politețe, pentru... nu răspund. Только из уважения и из вежливости не хочет ответить на этот вопрос, потому что мог бы ответить, конечно, немножко более некорректной форме, потому что сам вопрос по себе считается, что некорректный. Работав 2 недели в команде, вы ставите вопрос уже после очередной игры, если тренерское кресло шатается под ним или не шатается. Он лучше промолчит, не будет отвечать на этот вопрос. Тренер ногометного клуба Габала доживе ово питање као некоректно и не би одговарао на то на питање. Добро, хвалим скошта за привитати. Добре, има питање везано значи, за сам сраз Широки Брег Габала. Прије прве утакмице из Габале су најавливали како су они фаворити. Колко их је изненадио Широки Брег својом игром? Всех ваших болельщиков и руководство удивил,
Ну, трябва се найдете ніче по декларації, що ми будемо вінде цей адресар. Și după acest meci mi-a surprins acest scor 2-0 și acum resta spectatorii au văzut alte echipe și Rocky Break mai bună decât s-au așteptat să acum. Nu știu dacă la nivelul ăsta, în turul 4, putem vorbi, sau în turul 4 preliminar, putem vorbi de o echipă mai puternică sau mai puțin puternică. Totuși a trecut numai primul joc. A trecut și al doilea joc. Putem să discutăm despre o echipă calificată după tot. По поводу, как, насколько сильна команда «Широкий брег», ну, можно сказать так, что навряд ли в четвертом квалификационном раунде Европы Лиг есть команды, скажем так, намного сильнее, чем те, которые играют в этом раунде. Поэтому по поводу силы команды «Широкий брег» мы сможем высказаться более конкретно только после второго ответного матча домашнего «Широкий брег». Потому что только тогда можно было сделать выводы, насколько сильна ваша команда и насколько после завтрашней игры, только после одной игры рано говорить о силе команды соперника, нужно сыграть вторую игру, чтобы дать оценку, вашей команде. Nakon jedne utakmice koja se odigrala u Azerbajdžanu, ne možemo dati ocjenu, objektivnu ocjenu nogometnom klubu Široki Brijeg, to će se znati sutra. Nakon dvije utakmice već može se nešto zaključiti. Ima li još pitanja? Kratko. Pa može jedno pitanje isto za trenera. U prvoj utakmici činilo se da je problem za igrače Gabale da izdrže u visokom ritmu. Dakle, bilo je grčeva, neki igrači nisu izdržali do kraja tako visoko, neki smatrate li da i uzvrat, da to mogla biti problem. Spremnost, dakle, fizička spremnost. Kako ti se čitati, kako ti vidimo koliko mi vidimo, što прилетели на острые физики, освобождают, когда ему меч, но то целую какую-то фанцию темповую ритму в жопу выше, но вот здесь минуты новые, но все равно таки с ритм. Парирят Алис прилетели физика и кипи на острые. Да, мы с ним прилетели, я не Прямо ты вот там, если бы я сейчас не говорю, да, рифинга, adresarea nostru sau gazdele noastre de mâine au contat mai mult de acest punct de vedere fizic din minutul 60-65. Vom vedea mâine dacă putem să ducem același 90 de minute. По поводу нашей физической формы, да, действительно, мы находимся сейчас в подготовительном периоде, готовились одновременно к матчам Европы Лиги, чемпионату. Поэтому трудно говорить сейчас об оптимальной физической форме. Понятно, что мы не находимся на пике своих кондиций, но в то же самое время это выразилось где-то с минуты 65-й в первой игре, когда было видно, что наши игроки не успевают в этом ритме, в этом темпе выдерживать всю игру. Но посмотрим завтра. Если команда справится выдержать этот ритм на протяжении более долгого периода, может 90 минут, нам хватит сил, чтобы выдерживать высокий темп игры. Что стычет физически, значит, на припеме и издерживости, она играча, смотря тренер, да, не они на самом верхунцу, значит, пику, я на самом верхунцу. Бывает, то все видно на Znači, u utakmici u Azerbajdžanu na 65. minuti, ona posljedna, znači, to ste mogli zapaziti, ali vidjet ćemo sutra, znači, kako će oni igrati, ona, što uglavnom smatra da nije na samom, znači, vrhu svoje, jel, kondicije i izdržljivosti. Još jedno pitanje.
na osnovu viđenog u prvoj utakmici, bili želio nekoga od igrača širokog bijega kao trener imati u svoje momče. Dar nu s-a pus niciodată problema asta. Da, nu, trenerul отмечает, что у вас в команде есть хорошие исполнители, хорошие игроки, но никогда не ставился вопрос, что мы кого-то из игроков широкого берега хотели бы иметь в своей команде. То есть так вопрос не ставили. А симпатия? Ну это сейчас не тот случай, чтобы мы говорили о симпатиях к вашим игрокам. Или выделил? Да, не хотел. Он единственное, что сказал, что у вас достаточно симпатичная команда, хорошие исполнители, поэтому особо кого-то выделять нет. У вас хорошая команда. Тренер говорил, да, укупно смотря, да, ekipa dobro sastavljena, funkcionira, a nikoga posebno ni izdvaja. Ja sam baš rekao nekoga posebno izdvaja. Dobro, za kraj samo još njihove dojmove iz Hercegovine i večerašnji trening imaće večeras ovdje u 20 sati, hoće li zatvarati za javnost ili će biti otvoren trening? Bilo počinjenje s tribici u Grcegovinu i s vodnim vičerom trenirovanje u 20 časov, a vi hoćete što ona bila zakrita u cipu da je otkrita? Primili impresiji Vitali Dela Bosne i Hercegovina, što je bila partija trebora trenanja, to se je učao na itili meč, vrej svinki sam, ali čas presavlja. Или не помню, как есть. Значит, Валерал Коск, Жуан Афинка, Сент Лаганица, да, у Фоста в Югославии. А мы Фостом в Босния, в Югославии, да, и мы присели дома. По поводу Боснии и Герцеговины, хорошо знаком с вашей страной, потому что сам жил недалеко от границы с бывшей Югославией, поэтому эта зона ему близка, знакома, поэтому часто бывал у вас в стране. И в Боснии был, и в Сараево был, говорит, впечатления о стране только самые приятные. По поводу второго вопроса вечерней официальной предигровой тренировки, то она будет закрытая, то есть доступ прессы, конечно, нежелательно, ограничен, тренировка будет закрыта. Ukoliko glavni trener rođen, znači blizu granice bivše Jugoslavije i imao prilika više puta biti u Sarajevu i Bosni i Hercegovini i dojmovi su uvijek dobri i predivni. Što se tiče večernjeg treninga, on će biti zatvorenog tipa. Dobro, gospodo, hvala lijepa, vidimo se sutra, gospodo.